Здравствуйте, дорогие друзья театра «Песни и слова», и особенно наших новогодних елочек. Вот так обложили нас в этом мире, что, скорее всего, ведь не сможете вы пройти в ваш любимый клуб «Авиатор». Хотя мы уж начали готовиться, репетировать. А вот так получается, что не сможем сыграть и провести хоровод вживую. Долго думала, что же делать. Ну как же, не оставить, чтобы ребятишек-то без праздника новогоднего. И решили мы снимать наши елочки. Мы придем к вам в каждый дом, в каждую вашу семью. И очень надеемся, что вы будете делать все вместе с нами, как всегда. И даже 31 декабря, волшебный день, мы посетим вас в каждом добром доме. Это речь только для нас, для взрослых. Нельзя разрушать фантазию детишек. Нужно, чтобы они поверили, что мы одновременно пришли в каждый дом. И я надеюсь, вы не оставите актеров этих, которым-то уже ездить-то на работу не на что, потому что на тесты их не все вот это уходит. Что соберемся мы всем миром. Работы очень много. И по тону, и по съемке. Эх, вось! Вот и кошка уже не выдерживает. Соберемся. Шмир по нитке голому рубашка, голому актеру. На рубашку. И не унывайте, и не сдавайтесь. Празднику быть, Новый год отменить никто не может, даже я.